бегаем, наслаждаемся жизнью. Сначала немного прокачаемся. Потом попробуем вернуться к тому, что было. Наша красавица. Рогатая, которую мы не смогли убить со второго раза. Во как. Но мы к ней еще вернемся. Потому что это сюжетное задание. И без этого никак. Сложность понижу только в том случае, если она будет вообще неубиваемая. Но постараюсь ее все-таки положить вот на этой сложности, которая сейчас у меня стоит. А сложность стоит высокая, усиленная. То есть есть еще высокая стандартная, есть еще высокая пониженная. То есть получается так, что высокая стандартная, она будет именно того уровня, которого она должна быть. То есть если регион рассчитан, допустим, на мощь 400 или там, скажем, 450, то она будет 450 уровня. А я сейчас 489 вон мощь. И то есть если стоит высокая и стандарт, то есть она рассчитана под 450, то есть она будет слабее меня. Вот в чем фишка. Поэтому я не хочу понижать сложность. А усиленная делает так, что типа стандарт повышается на 50, грубо говоря. То есть она где-то там 530 уровня или 550 уровня, где-то так. То есть она мощнее меня там, ну скажем, на 1/4. Вот весь и прикол. Есть еще сложность выше. Там вообще будет пипец. Но, как говорится, на всех найдется свой удар. Надо просто искать его. Да, заяц? Мимо. 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 Вам везет сегодня. А кому-то нет. Ой, да. Прыгай, прыгай, белка, ты мне не нужна. Так, что это у нас? Просто поселение. А йотуны тут есть? Хм. Просто пустое поселение? Да ладно. Как такое вообще возможно? Крысы? Кошак? Для любителей кошаков только буду делать. Подожди-ка. Ну да, это, короче, та же механика, что в это, Париж. Осада Парижа. Окей. Для любителей котов специально. Жирный, пушистый комок шерсти. Пошел вон. Ленивое животное, блин. Не мяукай. Чё ты тут за мной идешь следом, а? Нету мне ничего тебе. Сам ищи жрать. Кошаки должны уметь ловить мышей. Вон, кстати, сейчас тебя кину туда к этим мышам. Вот и давай, херачь их там. Чё я должен тут, блин, искать, блин? В
выход, как от них избавиться. Мне вообще вовнутрь надо попасть. Ага. Пошли нафиг. Бля. Все? Нет, они сейчас вернутся. Их надо куда-то загнать. Реально надо куда-то загнать. Вот, они вернулись, и давай дальше их гнать. О, надо закрыть эту херню. Все, сидите там, блин. Откуда вы взялись? Алло! Стая, блин, ненужных крыс. А типа еще эту можно закрыть. Нет, спасибо. Я лучше аут. Вообще надо пожрать. Не мяукай, иди вон крыс лови. Полезный комок шерсти, бля. Вон курица. От нее и то толк есть. Так. Как попасть сюда? Видимо, заперто с той стороны. Да и не говори, блин, с той стороны, блин. Эй, вар. Ты можешь стать ровненько. Где эти? Крысиные отродья. Так. Давай, херачим их. Куда они лезут? Сучки, блядь. Вот, давай, быстро закрываем. Все, отлично. Блин, клевый музон. Вообще. Так, все тут или еще что-то? Вот еще где-то. Где-то еще что-то. И что это у нас? Давай сюда и захерачим эту еще. Мне надо прокачка. Мне нужна прокачка. Ворон, ты мне не нужен, живи.
Мне бы еще встретить этих йотунов, чтобы забрать у них холод, умение холодом. Так, на всякий пожарный. Погоди, погоди, я сейчас хочу. О-хо-хо, да-да-да. Все из-за проклятой черепицы. Да. Мой бог. А это красная. А мне синие нужны. Как сюда залезть? Ладно, может она что расскажет. О, любимый мой! Эй, в чем дело? Что за стенание? Я... Расскажи мне все. Мой возлюбленный Бог, я с ним даже не попрощалась. Он поскользнулся и упал, когда я на крышу. А теперь он... Ясно. Возможно, есть способ вернуть его. Сейчас я не могу им помочь. Но теперь я обретаю новые силы. Если появится способ, стоит вернуться сюда. А, ты намекаешь на стрелу, что ли? Блин, которая телепортирует. Да. У меня сейчас нет этой стрелы. Окей. Окей. Ну тогда пойдем сюда, захерачим эту мельну-мельну. Hello. Вот это да, сразу троих, прикольно. Что-то новенькое. Так, кстати, я хотел поменять способности. Вместо вот этого поставить пинок Тюра. Да. Ты где у нас? На тройку. Отлично. Пинок Тюра или This is Sparta. Аналогично. Смотри, 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 сейчас попробую повторить. Почти. Делай как пришел, мой час. Мой час, да, мой час пришел. Стал я героем, блин. Сейф. Сейф. Давай будем выносить их. Ну-ка проверим. Прикольно, блядь. Ох ты, блядь, не то нажал. Получи свои топоры обратно. Распишись. За все ответь.
нахер. Сатана, бля. Вот так. Чё у вас там? Сколько у вас там? Ты чё, слепой? Давай. Я готов. Куда делся? Красный. Йоу! За тобой, да. Вон еще один. Давай. Давай, 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 давай. Хыдыщ! Зашибись. Попал ровно в тайминг. Так, ладно, давай вызываем этих балбесов. Накормим же воронов! Сыром. Я, как обычно, захожу не с той стороны. Здорово. Удача сегодня. Отдыхайте, ребята. Я сегодня... Давай. Даю тебе шанс, куда пошел? Че, блядь? Смерть, проклятый вас! Я нашла сокровище, Эйвор! Да неужели? А я такой слепой, что ничего не вижу. Давай. Сокровище! Давай. Давай за мной, балбес. Пойдем, да? Это последнее или еще что-то? Эй, я сама тут не справлюсь! Славно разжились! Путь! Ну, отлично! Молодцы! Всем премию! Да.
где это у нас прячется? Где-то внизу. Как туда попасть? А, это вообще внизу, окей. Херемен, я. Нихера не внизу. Что мне здесь нужно, я сам не знаю. Ты мне скажи, что мне здесь нужно. Аж две штуки. Ради всех нас, уходи отсюда. Не ссыте. Куда вы делись? Не, где-то здесь они все-таки. Ну вот, да. Давай залезем в это окно, посмотрим, что там внутри. Вот первый ящик. Так, где-то должен быть второй еще. Где ты? Ты где-то вообще внизу. Ныряй, Эйва. Ах, все-таки ты под колесом оказался. Ты оказался под колесом. Так. Сюда, потом сюда. Черт. Что это такое? Блядь, зайчьи лапки. Ну ладно, держи. Не зря стрелял зайцев. И что ты мне дашь? Одно очко опыта? Благородный Тюр, проведи меня во тьме, храбрец.
Одно очко опытов. А чё жужжит? Куда чуть не упал. Туда не хочешь лезть? У меня такое ощущение, что мы можем повторить вчерашний подвиг. Как вам такое, а? Давай запустим сначала птицу. Покажи, что впереди. Посмотрим, где эти балбесы сидят. Хотя, в принципе, эти угольки нам не нужны. В принципе. Как долго ты летишь? Ну да, на самый верх. На самый верх надо. Вот они охраняют. Окей. Хорошо. Делаем сохранение. И что там у нас? Семерка. И давай. Давай, 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 Один. Вперед и вперед, только вперед. Ну, вроде эта птица летит немного быстрее, чем ворон. Отлично. Так, мне кажется, это... Тут надо быть аккуратнее. Минус. Вы проиграете. Это, блин, стопудово. Если я вашу ведьму убью. Отлично. Камера, не подводи меня. Ты еще живая, что ли? Ты откуда взялся? I am God, not you. Все, вообще изи было, кстати. Но мне еще тут, конечно, помогло умение пятка. Ну давай, ребята, все. А, и ладно, хер с вами. А, вылезли все-таки, да? Давай проверим. До свидания. Давай, набирай ты темп.
Давай хотя бы сюда приземлись. Нормально. Молодец. Зайц. Без обид. Мне лапки нужны. Вдруг еще что-то встречи. Откуда ты, блин, очень интересно, откуда ты взял эту энергию? Так, кстати, что мы можем прокачать по навыкам? Вот, давай, на легкий топор мне нужен, по-моему, да. Вот так вот. Тут... А тут немного еще здоровья возьмем и все. Блин, надо найти этот саундтрек к этой к Рагнарёку, блин. Вообще музон шикарный. How much longer till I hit the ground? Can I tell you why I'm breaking down? Do you wonder why I prefer to be alone? Have I really lost control? No. Да, шикарно. Шикарно. Mm-hmm.
Ну, там кто-то идет. Блин, давай, 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 давай. У первого, по-моему, были. Да, у первого были. А вы ложки, которые его не защитили. Хера у нее, блин, три подряд, что ли, шло. Неплохо, да. Это что-то новенькое в этом дополнении. Три подряд атаки. На тебе. Отвали. Вот так вот. О, да. Удар по яйцу. Так, куда я шел? Сюда. Ах вы, суки, бал... Йотуны! Ешьте кого-нибудь другого! Убирайте! Йотуны, йотуны, блядь! Куда свои рожи, блин, корчите? Сюда! Вот. Сюда! На помощь! Умри! Дай мне снежинку! Кого снежинка? Признавайтесь. На помощь! Ближе! Ближе, дальше все равно. Глубже, ниже. Поебать! Че ты спрыгнула? Давай помогай тогда. Куда волк исчез-то? Он куда-то исчез. Эй! Ну давай, говори. Ты как, цела? Хотела у тебя то же самое спросить. Жить буду, спасибо. Ты отважно сражаешься. У меня большой опыт. Я бы дала тебе что-нибудь в благодарность, но, видать, обронила мешок, пока бежала. Укройся где-нибудь. Вот лучшая награда. И все же хочу тебе что-нибудь дать. Знаешь убежище, Гренхеллер? Пещера найду с огромными крестами. Как-нибудь. Ищи меня там. Кстати, эти звери разговаривали, клянусь. Думала, что спятила, но это были йотуны. А это они и были йотуны. Они вернуться в стаю. Где-то на Черном берегу, к западу от Судра Мюльны. Тебе знакомо это место? Только нет, что его разгромил, но наверное. Я отыщу этот сейчас Черный посмотрим. Берег и все выясню. Будь начеку и спасибо. Надеюсь, увидимся в убежище Гренхеллер. Обязательно. Гретон Мюльна. Судра Мюльна. А, это вы все тут тусуетесь. Ну, тусуйтесь. Давай тогда сюда и сюда тогда. Я знаю, где искать эту тварь. Так. Ну и ищейки Сутунга, они там дают прикольные вещи от комплекта. Наверное, потом соберем полностью весь комплект. Новый сет. Посмотрим, что он будет, как он будет работать.
принципе, я цеты не особо люблю, когда они полностью одеты. Потому что, когда собираешь два сета наполовину, у тебя открываются первые возможности этих сетов. Это, мне кажется, более прикольно, чем две возможности одного сета. Хотя хрен на это. Вот, надо пробовать и то, и то. Так, что-то одни горы тут. Сколько у нас? Полетели. Так, где это вообще? Эти лошары тут. Ага, вот тут что-то. Город какой-то. Ну, приземляйся, чё ты? Во. Какая-то деревня, давай проверим. Все, норм. Там, по-моему, была фишка, да, сейчас покажу. Что если у тебя хотя бы... Сколько? 5 частей доспеха божественного качества, то тогда, типа, не будешь получать урон. А у меня их все 6. Прикольно. 59. Топор прокачан, лук прокачан. Гадюки улучшим. Пусть будет. Стража тут бдительная. А, во! Отлично, сейчас мы заберем. Снежинку заберем. Деревня Йотунов. Да нет, это вроде красные. Откуда у них тогда снежинка? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Или тут у нас общие войска. И те, и те. Заметил, скотинку. Снайпер работает. Хуяк, снайпер мажет. Слышь, лава-мен,
О, снежинка. Здорово, снежинка. Слышь, сволочь, блин. Чё так грубо? Горел бы сразу, прям. Снежинка, давай иди ко мне. Ты у нас пойдешь вместо ворона, наверное. Ты мне нужна. Извиняй, но ты мне нужна. Мы тебя сейчас прокачаем немножко и пойдем ту тварь мочить, которая меня поимела. Может быть, она опять меня поимеет. Тихо, тихо, тихо спят мыши. Да. Так, что у нас тут есть? И зачем ты нам? Там вроде было при перекате он не получает урона от лавы. Или вообще урона. Надо вспомнить, как этот перекат делать. Так, и чё тут у нас? Ух ты. Ага. Пока непонятно. Тут заперто. Тут замок. А у нас есть ключ? Окей. Где-то мы урвали ключ. Я даже и не заметил. Что у нас тут? Блин, мне кажется, эта тема довольно тоже будет прикольная. Героические саги. Надо потом найти то место, где все это происходит. И эти подсказки тебе дают просто, как сражаться с этими боссами. Ну, типа, боссы арены, так скажем. Гладиаторские бои или типа того. Отпусти ты ее, отпусти. Так.
где это? Давай сохранимся, я чуть не доверяю этой игре в последнее время в плане нормальных сейвов, в плане вылетов. Че, иди ты нахер, я ушел, все, я ушел. Давай сохраняй меня. Молодец, сохранила, все, пошли обратно. Восемь метров вниз. Маскировочка. Ниндзя работает. Думайте, кто это был? Это был ниндзя. Что-то, давай. Ну, ты пока думай, я сейчас приду. Прикольная тема этот тюр. Пинок тюра, а? Слышь, ниндзя. Голожопый ниндзя. Назовем тебя так. Финик, голожопый ниндзя. У которого не было шансов. Еще один. Ну лови обратку. Не, кабанов выпускать не буду, однозначно, они бешеные. Где мое золото, бля? Гномы. А, уже и нету. Осталось тут что-то. Окей. Тридцать девять вверх. Вижу. Вот и все. Круто. Извини.
ты сучка, бля. То есть, когда они обращаются обратно, их нельзя ударить, типа. У них защитный щит. Угу. Плащ Йотуна. Окей. Что он дает? Плащ огненного Турса. Плащ Йотуна. А в принципе прикольно. Увеличение брони после использования способности. Дополнительное увеличение устойчивости к атакам ближнего боя. Ну это то же самое, только увеличение урона в ближнем бою горящим оружием. Ага, круто. Остатки волков. Не, нихера. Корм для червей. Нет никого, нету никого. Они даже и не поняли. Они реально тупые. Шейвор, не спать. Блин, да, пинок Тюра вообще отлично. Чего его раньше не использовал? Странно.
Так, тут вот что-то еще, да, на... А, тут еще будет, окей, ну это ладно. Давай тогда, знаешь, что? Что на там горе? Гренхельхель. Давай сюда. Немного прокачаем новые умения. Где у нас эта, которая... Она нам про это говорила, убежище или нет? Сначала к этому. Гляжу, снова ты. Купим стрел. Сколько нам надо? Все. Стрелы